Привет всем, вы на канале Panda Play, и у нас с тобой сегодня в этом видео продолжение прохождения The Tenants. В прошлой серии мы сделали офигенный ремонт, ну как офигенный ремонт, без дверей, без окон, но сделали ремонтик, нам выплатили аж целых, не помню, 15 тысяч долларов, если я не ошибаюсь, и мы сейчас с тобой будем смотреть задание на няньку, чтобы, как мне уже сказали, пройти сюжетную линию. Мы собираемся в отпуск, хотели, чтобы дизайн нашей новой квартиры... Так, это нет, но нужна помощь в поиске арендатора. Агенты, нужен дизайн спален, нужен дизайнер, чтобы подготовить место для вечеринок. Вот, арендаторы. Все, давай пойдем посмотрим. День добрый, Дмитрий, надеюсь, это письмо до тебя дошло. Мне нужно было связаться с вами, так как вы, кажется, новое ответственное лицо. Мне нравится мой домовладелец, так что никакого давления. Ха-ха, хорошего дня, Айсла Эриксон. Привет, Дмитрий, мой мальчик сказал мне, что ты теперь большая шишка, я настроен немного скептически, но ок, это твоя жизнь, удачи, Джулия Мулин. Кто это? Какая-то Джулия с бородой, мне кажется, это не очень правильно. Слушайте, у меня проблема с протекающей трубой, я отправлю профессионала, не переживай. Так, а где наш с вами арендатор, за которым нужно приглядывать? Давай. Вот это чё? Ни хрена себе, мясник какой-то. Ну-ка, дай посмотрю за ним. Он йогой занимается. Так, давай закроем. Ну, сказали, что не особо обязательно за ними приглядывать. Так-то они сами спокойно с собой справляются. Можно делать ремонт и все дела. Я только что отправил вам деньги. Извините за задержку. Ничего страшного, не переживай. Всегда можешь на меня положиться. Самое главное, это плати. Плати, можно даже не особо вовремя. Так, подожди, а почему я заплатил деньги, а мужик-то не пришел? Так, оплачивать долги нам не нужно. Давай пойдем искать другое задание, какое-нибудь, которое принесет нам денежку. Так, оплата, заказ, полный ремонт квартиры. Бюджет 8450. Видимо, это очень маленькая квартира. Достигнуто максимальное количество заказов. 2. Погнали убираться в квартире. Так, чего такое? Перестал работать обогреватель. Я буквально... А, ну давай профессионал тебя отправим. Нам же оплатят этот заказ. И к тому же... Это все-таки сюжетное задание. Так что пусть это... Теперь я могу гулять по улице без шарфа. К тому же это все-таки полезно. И обязательно нам это все проходить. Так что пусть тратятся деньги. У нас у них дефицита нет. Сейчас 98 тысяч аж долларов. Почти соточку у нас с вами. Так что ничего страшного. Так, в общем, мне нужен звук. Звук музыка. Ну, не музыки, а эффектов. Очень громко. Я просто не люблю, когда очень громко играет что-либо в наушниках, потому что это глушит меня и мои мысли. Это прям очень неприятно. Ты можешь слышать, как я заговариваюсь, и это связано не из-за того, что я прям совсем тут упорылый. Я просто иногда заслушиваюсь, и меня прям давит сверху из наушников, и поэтому теряю мысли свои. Выход. Все, убрались в квартире, давай делать ремонт. Хотя, смотри, квартирка маленькая, поэтому ремонт здесь сделать, наверное, будет не так уж и дорого. Подожди-ка, меня обманули, очень нагло обманули, здесь не должно быть столько комнат. Ну, давай тогда сделаем, знаешь как, здесь будет как это все сделано-то будет? Наверное, вот так вот будет отгорожена спальня, нет, вот так вот будет отгорожена спальня, вот так вот пусть будет спальня, здесь а я даже не знаю, там кровать должна быть всего лишь навсего, да, И все, то есть кровать поместится. Так, подожди. Ну, что-то чешется, вообще сил нет. А это что значит? Вот это кровать или не кровать? Давай мы поставим пока что ее вот сюда. Но это не кровать, нифига. Это всяко-всяко не кровать. Давай отгородим. Да, тут смысла нет никакого. Вот это два квадрата отгораживать, если вот здесь вот тут два квадратика останется. И сюда кухню не приделаешь, правильно? Правильно. Значит, мы сделаем кухоньку-то как бы вот где-то, наверное... Кухоньку-то, наверное, сделаем вот здесь вот, типа на входе прям. Вот тут вот отгородим, здесь сделаем два квадрата под кухню, точнее 6 квадратных метров под кухню, 6 квадратных метров под комнату.
и 4 квадратных метра под ванную. Вот здесь вот будет у нас такой коридорчик. Я думаю, приятно должно выглядеть, и заодно мы на это и посмотрим. Вот так сделаем. Правильно? Правильно. Вот так сделаем. Их двери поставим. Дверь вот сюда, наверное. Вот где-то здесь должен быть вход. И вход в комнату вот здесь. Смотрим, значит, стол, стул. Давай начнем с... Нет, давай начнем с комнаты, так как она как бы у нас вроде бы как бы вот прям, можно сказать, уж прям наглядывается. Спальня. Спальня, кровать, отделка стен, полов. Покраска стен в зеленый... А, я должен выйти сначала в мебель. Покраска стен в зеленый или коричневый. Ну, давай мы сделаем тебе вот такую вот стену. А, отделка линолеумом пола. Вот, наверное, вот такую вот. И... Пу-пу-пу-пу-пу. Почему он до сих пор не нашел... Не нашел эту... Комнату? Почему он думает, что я... Не делаю эту комнату? Что, в чем проблема? Почему он сразу не определил, что я делаю именно эту комнату? Ну, не определил. Правильно же. Ничего страшного в этом нет. Давай поставим... Ну, сделаем отделку стен. Отделка стен у нас будет заключаться в... Чего? Тараканов развели. Ну, вы вообще какие-то жильцы прям... не очень... добросовестные. Честно слово. За вами только дед да дед нужен. Вот. Не знаю, как вы жили раньше, у вас был ли дом или нет. Но как вы тараканов здесь развести умудрились, это прям загадка. Почему они не умирают? То есть на них прям реально пшикать, что ли, нужно? Вот мне вот этого таракана надо было убить просто. Прям на самом деле, я так понимаю, нужно пшикать прям на тараканов. Просто прям заходить в их центр и разбрызгивать отраву там. Прям нифига себе. Спасибо за помощь в решении проблем. Да ничего страшного, обращайтесь, конечно, но больше так не делайте. Не хочется мне больше за вами убираться. Ага. Хочу, конечно, покинуть помещение. Я же не просто так нажал на дверь. Так, присмотр за детьми. Ремонт. Начать ремонт. Здесь мы закончили на том, что придумывали, чем бы отделать стены. Отделывать стены мы будем, наверное, все-таки вот... Но как я должен вот эти бежевые жалюзи повесить? Давай черные шторы повесим, ну, потому что можем. Пускай висят. Вот так вот, пусть висят. Но они в целом не вычурно смотрятся, следовательно, ну, почему бы и нет. Немножко подоконник подъедают, ну, ладно. Почему до сих пор не определена спальня? Это прям нонсенс какой-то. Двери. Дверь давай поставим вот сюда. Вот дверь туалета Огра. А, это из Шрека. Так, и дверь дубовая, раздвижная. Обычная, дешевая. До $1500 стоит. Ты видишь, нет, сколько она стоит? Какая обычная? А межкомнатная здесь есть? Нет. Мне нужна межкомнатная дверь. Мне кажется, что это все-таки не межкомнатные, а обычные двери. Да, поэтому как бы вот... Блин, придется вот такую, наверное, ставить. Да ладно нафиг двери, нам не нужны двери. Давай поставим кровать. Вот эту вот продадим. А па-па-па-па-пам, кровать найдем и поставим. Какую кровать-то нужно? Односпальную или двуспальную? Ну, давай замутим вот такую. Хотя нет, наверное, все-таки будет правильно вот такую вот. Вот. В зеленый цвет. Вообще, смотри, как классно выглядит. Может быть, и не классно, но... Все, спальня определилась. Отлично. Но в целом, смотри, классная комната получилась. Какой тут декор? Декор 8. Ну ладно, декором мы потом займемся. Так, со столом что мы делаем? А, стол здесь и не нужен, можно его продать, но нет, мы таким заниматься пока не будем. Щиток электрический мы перенесем вон туда, ближе к ванной, хотя это не очень безопасно в плане электробезопасности. В ванной, рядом с ванной щитки-то устанавливать электрические, но
Нас за это никто не покарает, следовательно, мы ставим холодильничек, вот такой самый дорогостоящий, дабы наш клиент никогда в жизни на нас даже не подумал, что мы ставили ему дешманское что-то. Мы ему поставим все самое-самое хорошее, ну не прям уж самое-самое, это все-таки нужно как ее субординацию соблюдать, пускай будет не самое-самое. Блин, рядом с плитой не камильфо ставить, все-таки, точнее, рядом с холодильником плиту ставить не очень удобно, потому что здесь холодильник, и дверь будет открываться не до конца. Но, ну и ладно. Плиткой вот такой вот, отделаем. И отделаем здесь стены. Стены мы отделаем с вами. Блин, придется всю стену, наверное, зеленым этим вот отделывать. Да, вот так вот и сделаем. Ну, такая себе, конечно, кухня получилась. Давай сделаем ванную и потом уже... потом уже займемся декором. В ванной у нас что должно быть? Что должно стоять в нашей ванной? Душевая кабина. Душевую кабину держи. Нет, это не так должно выглядеть. Вот так. Вот так должна стоять душевая кабина. Здесь должен быть где-то вот унитаз. Правильно, думаю, да. Думаю, все будет правильно вот именно вот в таком вот распорядке. Угу. Правда, куда здесь будет утекать, если, ну, как бы никакого водопровода, ничего нет. Обогреватель, ёшкин кот, отправили профессионала. $800 потратил на вас уже, ну. Что вы за звери-то такие? Чего вы там ломаете обогреватели свои? Второй раз он сломал обогреватель, это уже какая-то... Какие-то стихии, а не люди. Почему вы так ломаете часто мои предметы? Даже не мои, я просто за ними присматриваю. Вы их ломаете. Ой, раковина для ванны. Раковина для ванны, кстати, можно вот такую купить. Она очень даже неплохо выглядит. Вполне приятная. Правильно? Вот так вот поставим. Щетка для туалета поставим вот эту. Вот сюда. И туалетную бумагу. Но без туалетной бумаги в туалете вообще никак. Ну, я знаю, о чем говорю. Отделка полов в ламинат. Ламинат в ванной, мне кажется, это не очень хорошая идея. Он же вздуется весь нахрен. Нет? Или я что-то не знаю? Стиль единый в целом. Вот внизу вот эти вот деревянные пороги. И наверху обои или что-то такое подобное. Ну, ванная выглядит приятно. Декор даже полноценный, то есть 100% декора. А здесь мы, значит, знаешь, что сделаем? Здесь мы сделаем вот такую вот такой финт ушами. Мы продумаем здесь какую мебель можно сделать. А, я считаю, что нужно раковину поставить. Почему они все угловые? Странно это все. Вся мебель темная, почему я поставил именно эту? Не знаешь? Я тоже не знаю. Наверное, я просто задумался и поставил именно эту. Ну ладно, давай сделаем вот так вот. Вот. Ой, чего произошло-то? Поломал все. Почему я вылетел? Подожди. Ты там? Здесь что-то произошло? На вас одни деньги, на деньги и деньги. Я почему вылетел-то из этой квартиры? Я не хотел, я ни на что не нажимал. Бюджета осталось хрен да маленько, но... Мы с тобой сейчас это все-таки до конца доведем. Никак нельзя оставлять это на полпути. Блин, ну вот этот вот прогал, конечно, меня не радует. Ну давай переместим просто плиту вот сюда вот. Чтобы между холодильником и плитой было расстояние. А вот сюда поставим... Что можно сюда... Нет, это не та комната. Сюда можно поставить для декора что? Что можно поставить для декора? Что вот? Отлично. Настенное растение, маленькое растение, большое растение, барный стул, мотивационный постер, кухонная тумба. Я кухонных тумб уже... Вот почему он опять вышел из нее? Я что-то не понимаю или что-то делаю не так? Я вообще кнопки не трогал никакие, он просто вышел. Он выходит из ремонта постоянно, почему-то. И именно сейчас у меня появилась такая проблема. Очень странно, очень. Так, давай мы все-таки закончим с декором этого. Так, настенное растение, маленькое растение, большое растение. А большое растение это что? Вот, большое растение это пластиковое дерево. Фикус поставим в уголок вот сюда.
пускай здесь радует нашего клиента красотой своей, 52% декора, это... Ну, это, конечно, не камильфо. Барный стул. Барный стул можно присандалить. Давай барный стул приделаем, но... Спасибо, что ты деньги мне отправил. Я очень рад. Как выглядит барный стул? Барный стул должен такой маленький быть, и на нем типа сидят. Все, как я знаю, как выглядят барные стулья. Вот такой вот. Нет, это пуф. Это пуф, и это вообще столовая. Мне нужно на кухню. А на кухне стульев-то и нет. А, есть, вот оно. Давай вот это продадим. Во! Во! Хорошо! Мотивационный постер, большое растение, буарный стул, маленькое растение, настенное растение. Давай еще настенное растение привесим сюда, чтобы, ну, прям наверняка... Маленькое растение можно вот сюда вот на стол поставить. 81 и мотивационный постер. Но мотивационный постер должен, типа, вот быть Smile Today. Вот здесь вот должен висеть все в зеленом стиле, вообще вот все в зеленом стиле. Видимо, нашему клиенту очень нравится зеленый стиль. 91%. Блин. Досадно, но ладно, давай повесим вот сюда это растение, а вот... А щиток повесим вот сюда куда-нибудь, чтобы он нам типа не мешался. Пускай вот тут висит. Он ни к силу, ни к городу, конечно, здесь, но ничего страшного. Что тут по кухне? 100%, отлично. Перейдем к спальне. Спальня у нас с вами... Настенное растение, маленькое растение, большое растение. Большое растение поставим в угол. Вот сюда. Где тут большие растения? Фикус поставим вот в этот угол. Пусть они на пару с другом со своим стоят. Ну. Оп. 47%. $616. И большое растение, маленькое растение. Маленькое растение мне некуда ставить. Так и должно быть. Или все-таки мне что-то нужно сделать? Давай поставим вот сюда вот стол письменный. Нет, вот сюда вот, чтобы он типа у окна стоял. И поставим на него маленькое растение. Какой-нибудь кактус. Да, вот сюда вот поставим. 53%. Что-то вообще какая-то ерунда. Настенное давай еще повесим. Ну а почему нет? Почему нет? Если человеку... Тюльпаны? Это не тюльпаны. 57%. По-моему, как был, так и осталось. Давай настенное еще вот сюда вот замутим и... Считается, коврик средний, низко-средний. Настольную лампу давай еще присобачим. Я просто вообще теперь не понимаю, как это работает и как декор считается. Ну, потому что я же ведь вроде бы как бы... Сделал. Я вроде бы как бы... Ставлю элементы декора, а они не прибавляют ничего. Настенная лампа пусть вот здесь вот висит. 64. У меня $222 остается. Коврик. Ну, давай коврик еще приделаем. Коврик это какой у нас? Ну давай будет вот этот. Насколько он посередине должен лежать? Вот так. 76. Остается $137 и... И все. Зеркало. Низко, средний, книжка. Небольшое украшение. Картинка. Шкаф с выдвижными ящиками. Полка. Настенная полка. Я хотел настенное растение вот сюда вот повесить. Где-то посередине вот этого квадрата, наверное, правильно будет сделать. 95 и $47 у нас остается. И на эти шиши ни черта не купишь, мне кажется. Блин. Досадно, но давай вот это поставим вот сюда. 100%, да, все. 100% декор во всех комнатах, это вообще уже, ну, это прям, это достойно уважения, я считаю. Сдать работу, мне не стыдно за свою работу. Смотри, какую красивую квартиру я организовал. Ты чё, псин? Ты чё говоришь, что тебе не нравится? Попробуй только мне ниже 5 звезд поставить, я тебя закопаю. Но ты какой-то вообще недовольный. Мне кажется, ты слишком предвзято отнесся к моему ремонту. Почему ты смайлики недовольный рисуешь?
Я сейчас даже не удивлюсь, если он мне скажет, что я мебель использовал не очень правильную. Это будет фиаско просто. Так, оставил отзыв. Смотри, блин, да, в первое впечатление его не порадовало. Важная без вопросов, важная категория. Не совсем модный, ёб твою налево. Ты что, издеваешься? Дружище, ну почему ты такой наглый? Почему ты такой глупый? Почему ты сделал из этого такую трагедию? Нельзя купить эту квартиру. Я бы с радостью купил. Она вполне у меня очень хорошо получилась. Давай возьмемся за следующее задание. У нас уже два присмотра за детьми, а следовательно, нам осталось всего ничего, и мы выполним хотя бы первое сюжетное задание. Ну-ка. Да, присмотрю, конечно. Давай посмотрим за ними. 6 дней. По-моему, это... А, нет, это не та же квартира, это уже совсем другая. Ну и в это же время мы будем с вами делать новую ванную. Мы все-таки научились делать ванны. Первым делом мы начали делать ванны, и у нас огромный опыт в ремонтах ванн. Вот эта полка не очень... Это... практично вот в этом плане. Смотри, ты встаешь, башкой стучишься, и все, и жизнь нехороша с самого начала становится. Четыре дня. Ванная. Душевая кабина, покраска стен в зеленый или желтый. Давай, вот так. Плитка или ламинат. Плитка. Душевая кабина. Поставим тебе вот такую вот охрененную душевую кабину. Всем ставлю, все довольны. Вот тут первый раз поставим вот с этой стороны. Блин, окно перегородим, но... А с этой стороны вообще никак. Зачем там окно тогда нужно было? Я вообще не понимаю, как его теперь мыть? Неясно, это дело не мое. Ну и ставим тогда унитаз компакт. Вот такой вот самый дорогущий, который только можно было сделать. Нет, ну вот здесь не камильфо. Камильфо. У меня в квартире открыть приложение. Тараканы, подожди с своими тараканами. Сейчас 5 секунд. Туалетная бумага, собственно, должна быть вот с этой стороны. И сушилка. Сушилка где должна быть? Сушилка вот... Блин, наверное, вот такую сушилку. Вообще, я предполагал, что это должна быть сушилка... ну, типа, которая от батарейки. Все. Как хочешь, так и это. Сдать работу. Так, я пришлю дядю. Ну-ка, разбежались таракашки. Я пришел вас убивать. Если не уйдете, я выгоню вас силой. Ну, что такое? Отлично, дед молодец. Дед спас эту квартиру от еще одной напасти. Ужасных этих насекомых. Присмотр за детьми у нас чего там? 5 дней осталось. А тут что? Подождать отзыв клиента. Ну, пойдем ждать. Я сколько буду ждать-то? Давай быстрее уже рассказывай, как тебе понравилась новая ванная комната. Отлично. 5 звездочек. Не то, что тот неблагодарный хрен, который нам 4 поставил. Угу. Давай возьмем еще одну. Приф, мой мальчик сказал мне, что ты теперь большая шишка. Я настроен немного скептически, но это твоя жизнь, Виктория Вебстер. Вебстер, давай попозже с тобой поговорим. Спасибо за помощь в решении проблем. Пожалуйста, это моя квартира, и мне не нужно, чтобы ты в ней разводила тараканов. Вот и все. Вот и весь интерес этой проблемы я тебе описал. Так, нужен дизайнер ком... Что ты за человек такой? Оплатить счета, давай оплатим счета и найдем все-таки себе задание, которое мы будем выполнять. Нужно полное обновление квартиры за 3900... А, бюджет 14 тысяч, не, дороговато, это большой проект. Тем более с оплатой в 3900, это прям вообще наплевательское отношение ко мне с вашей стороны, дружище, не. Это мне нужен дизайнер комнаты, гибкий бюджет, обязательно наличие спортивного инвентаря, требования проектирования новой спальни. Бюджет 4000 будет доплачен, если работа будет выполнена в течение 4 дней. Хорошо, давай примем это задание и пойдем чинить ему... Чего? А, деньги мне отправил, спасибо. Давай начнем ремонт немедля. И посмотрим, так, односпальная кровать, давай коричневый или серый. Давай сделаем тебе вот такую вот эту ерунду. Блин, что-то я ему, наверное, очень дорого-богато сделал.
Ну да, вот так вот. Ковер, мотивационный постер, маленькое растение, лампа, односпальная кровать. Самое главное здесь — это односпальная кровать, на которую он должен посмотреть. Не просто как посмотреть, а прям вот должен взять и сказать: ни хрена себе, какая кровать, точно на меня не жалели денег. Бляха-муха, да ты ошалел, что ли, такая скамья? Вообще она должна стоять вот здесь, потому что, ну, и подальше от стены, чтобы там мог быть страхующий, но у нас столько места нет, поэтому он будет вот, наверное, и спать на этой скамье, пусть это будет считаться односпальной кроватью. Ну, тут где-нибудь поставим, чтобы штангу можно было положить. $520. На какие шишки я должен все сделать? Средние гантели. Ну, давай вот сюда вот влепим их. В центр квадратика вот этого. Угу, вот так. И остается у нас $120 просто на лампу и маленькие растения. Ну, это прям нет, это прям вообще нет. Вот тут, чтоб тебе прям светило в лоб, блин, за такой маленький бюджет. Ну-ка. Вот так, наверное, не знаю, не очень прям ровно, но получилось. Чтоб тебе продать такого, чтоб ты это сам это не оборзел в края-то. Ты очень много хочешь. Лампа почему не считается лампой? Потому что это настенная лампа, твою мать. Продать. А это дорогая лампа. Да вот эту поставим. Подешевше которая. У меня таких бюджетов нет. Маленькое растение. Маленькое растение будет у тебя стоять в углу. Ввиду маленького количества столов. В твоей комнате. Вот тут вот будешь молиться на него ночью. Ну и мотивационных постеров повесим тебе аж целых две штуки. Да? Да? Что написано-то хоть? 50 и 20. Это 70? Не, у меня столько денег нет. Давай мы тебе захреначим Dream Big вот такую вот, вот здесь вот над кроватью повесим. Чтоб ты, типа, большие мечты осуществлял во сне. И оставайся крутым, вот здесь вот повесим, чтоб ты жал штангу и охреневал от того, что вот, блядь, мебель, часы. Часы, серьезно, часы, какие часы тебе нужны? Тогда мне не хватает денег на, как ее называют, не хватает у меня мебель. Ой, мебель, денег не хватает, понимаешь, нет? Не хватает. Что делать-то? Что делать с этим? Я не имею вообще никакого представления, что нужно сделать с этим, блин, человеком, который дал так мало денег. Давай продадим вот это, часы поставим. Так вот, будешь ставить по будильнику, а вот штангу вот эту вот, гантели, поставим тебе вот такие вот дешманские, чтобы ты знал мою коварность. Коварство мое, точнее. Ну и все, все. Сдаем комнату. Декора хрен, но что ж поделаешь. Дело не мое, денег сколько дали, столько и декор. Правильно, правильно. Вообще кошмар. Да понравится тебе, кровать должна понравиться. Это хорошая кровать, самая дорогая. Че тебе не нравится? Ты к чему сейчас так отнеслась? К будильнику, что ли, или к цветам? Уходи давай, уходи. Общее впечатление давай. Отличное должно у тебя быть впечатление общее. Да пошла ты. Прям по-больному, ножом по сердцу. О-хо-хо, предпочитаемая мебель. Использована дешевая мебель, декора мало. Первое впечатление, использована дешевая мебель. Ну и пошел ты в жопу. Денег дал, и хорошо. Я как бы на большее не рассчитывал. Самое главное, там денег заплатили. Ты там? Здесь что-то произошло с электрощитом. Давай, на тебе, профессионал. У нас уже $110 000, если ты не заметил. Так, сколько у нас там еще за ним присматривать-то нужно? Я что-то не могу понять. 0 дней. Дай побыстрее, пусть этот день пройдет уже и хватит. Чуть я устал за ними это. С арендатором поговорить? А у меня что, договор с ним заканчивается? А как я должен с ней поговорить, если она это самое спит?
Слушайте, у нас отличное предложение от банка. Наконец-то мы получили право на суду. Достаньте телефон и загрузите приложение банк. Это позволит нам наконец начать строить настоящую империю. А, то есть это все было еще каким-то вступлением. То есть у нас 6-я серия, у нас только вступление прошло. $50,000? А зачем мне $50,000? Мне это не нужно. Ежемесячная ставка 2900. Интерес 5%. Полная сумма займа 52. На данный момент мы можем получить только... А, кредит только первого уровня. Но по мере того, как мы станем более кредитоспособными, откроется он... Новые возможности. Давай, бери кредит и покупай квартиру. Подписать контракт. Давай подпишем контракт. Но, блин, я на эти деньги не куплю никакую квартиру. Начать ремонт. Давай, для начала начнем ремонт. А, мне сказали, типа, а-ля, как они есть будут, если у них нет стола даже никакого, чтобы есть. Я тоже об этом подумал и считаю, что нужно как-то пересмотреть нашу вот позицию по отношению к нашим арендаторам. Пусть вот тут вот холодильник стоит. Вот тут вот стоит. Даже не знаю, что. Вот, ну, пусть вот тут стоит. А раковину давай прихреначим вот сюда. Ой, нет, это не раковина, это совсем не то, что мне было нужно. Блин, да что ж такое? Это переместить. Говорю, переместить. Переместить. Вот это вот сюда. Вот это переместить вот сюда. А, сюда подходишь, моешь посуду, отсюда берешь еду, здесь греешь. А кушать она будет здесь, вот где-нибудь. Знаешь, где стол? Вот столовая. Что здесь в столовой? Красивый должен быть столик. Большой красивый стол. Вообще, конечно, он здесь ни к чему. Огромный такой. Ну а что поделаешь? Ну и давай стулья какие-нибудь комфортабельные прилепим, чтобы... Ну, не западло было такую квартиру-то сдавать. Прям семье целой можно будет сдать. Как бы здесь денег на ремонт особо не нужно жалеть, потому что... Ну, потому что денег много. Угу. Ну, давай продадим вот это вот дело и купим для ванны нормальную душевую кабину. Корзин для белья, это мне не нужно сейчас. Вот такую душевую кабину, чтобы люди на нее смотрели не с презрением, и на нас с тобой тоже смотрели не с презрением, а как на настоящих добросовестных арендодателей. Все, все, хватает места. Ну, раковину, конечно, тоже по-хорошему надо было бы поставить, но что ж поделаешь. Раковины здесь нет. Здесь комната общего назначения, как бы, но можно что-нибудь еще сюда прихреначить. Если сильно захотеть. Можно же? Можно унитаз не такой дешманский поставить, но... Или это самый... А, это самый нормальный унитаз-то. Че я гоню-то сам на себя, ну? Ванной, правда, нет. Ну и ладно, что ж теперь... Давай сделаем какой-нибудь мольберт, поставим вот сюда в угол куда-нибудь, не знаю. Ну, куда здесь можно поставить мольберт еще? Мольберт можно поставить вот сюда. Пускай рисуют. А вот эта комната, она вообще, знаешь, такая бесполезная, поэтому я предлагаю туда поставить ничего, потому что она бесполезная. Снести нахрен стену здесь и поставить какой-нибудь уголок с компьютером или письменным столом. Но это будет следующий разок, потому что мы сейчас потратили с вами немного денег лишних, которые не планировал стратить. Так что, пожалуй, мы подойдем к этому вопросу позже. Оплатить все долги. Давай оплатим долги и... покинуть. И начнем день открытых дверей в газете. Начать мероприятие. Пусть приходят, пусть смотрят. Я думаю, всем должно понравиться, потому что здесь все очень даже неплохо. Стулья хорошие, стол хороший, диван хороший, кровать хорошая. Ты чё, псина, ты охренел, что совсем стулья не понравились? Ты туда не ходи, там нет ничего. Я специально эту комнату загородил дверью. Во, мужик, тебе понравилось, это хорошо. Бартер, давай мы с тобой договоримся на 4,5.
Кому там нравится, не, погоди, дядь. Там еще тетке понравилось. Бартер. 3970. Давай 4600 мы с тобой договоримся. 4... Ну, давай 4550. Договориться. 4300. Давай принять предложение. Ничего страшного. Не сильно я уж и прогадаю. Сумма какая-то, да, более-менее разумная. Та-та-та-та-та-там. Ну, погнали искать квартиры. То есть у меня задание какое? Накопите денег на новую квартиру. А где она? Сколько она стоит? Все, ничего себе, могу купить квартиру. Теперь у нас новая квартира. Я думаю, на этом нужно нам... Хотя нет, давайте мы с вами... Да, мы с тобой закончим на этом, а в следующей серии продолжим ремонт этой квартиры. Точнее, не продолжим, а начнем ремонт этой квартиры. Так что давай прощаться с тобой. Спасибо за то, что досмотрел до этого момента, до конца серии. Поставь лайк, обязательно подпишись на канал, поделись с друзьями, с родственниками, с подругами, с знакомыми, с прохожими на улице этим видео. И до встречи в новой серии, в новом видео. Пока.